26 миллионов саженцев высадят до конца этого года в Молдове в рамках национальной кампании по лесоразведению, входящей в программу «Поколение лесов». Их посадят на площади 4000 гектаров. Об этом в четверг объявили Министерство окружающей среды и агентство «Молдсилва». Мероприятие проводят второй год подряд. Саженцы начнут высаживать в селе Малоешть района Архей. Всего же кампания охватит 440 секторов. В рамках этой программы, запущенной по инициативе президента Молдовы Майя Санду, мы намерены засадить в следующие 10 лет 145 тысяч гектаров леса. В настоящее время в нашей стране самый низкий уровень облесения в Европе, а благодаря этой программе площадь лесов значительно увеличится. С каждым новым гектаром леса мы делаем шаг к более безопасному будущему, улучшаем качество воздуха, защищаем биоразнообразие и вносим вклад в то, чтобы Молдова стала более зеленой и жизнеспособной. В этом году акцент сделали на юге страны. Здесь саженцами засадят 1200 гектаров. Еще 900 гектаров на севере. Чуть более 1000 гектаров озеленят в центральных районах. Этой осенью подготовили участки общей площадью более 4000 гектаров, из которых свыше 3300 находятся в ведении мэрии, остальные в лесном фонде. В то же время чиновник отметил, что около 20% саженцев в итоге погибают по разным причинам, в том числе из-за климатических условий и качества почвы. В настоящее время леса в стране составляют 11% от всей площади. В сентябре этого года мы подписали историческое соглашение о финансировании с Европейским инвестиционным банком на сумму 200 миллионов евро для поддержки национальной программы расширения и восстановления лесов. Это беспрецедентное финансирование позволит нам в течение следующих 4 лет посадить 63 тысячи гектаров леса, построить 30 складов древесины, центр семинаров, 3 современных питомника, а также проложить более 265 километров лесных дорог. В этом году посадят акации и дубы, а также другие растения, выращенные в питомниках агентства «Молдсилва». Принять участие в озеленении могут все желающие.